Вы посмотри, какая морковь. Большая, красивая. Прям такая мытая, очищенная. Кстати, стоит 120 рублей. Не 170, как в интернете пишут. В общем, я в Мегамарте. Приехала купить что-нибудь поесть на выходные. Желательно, сейчас скажу, что готовое. В контейнеры упакую и готовое. Ну что обманывать 170 рублей? Вот за такую морковь как можно меньше? Посмотрите, какая красивая. Ну обалденная морковь. 120, а за такую меньше и не возьмешь. Ой, какая-то мутная дымка в телефоне. С телегой. Вся жизнь в магазине. Знаете что? Всегда только и выбираешь, чтобы пожрать. Жизнь в этом и заключается. Да, я живу, чтобы есть. Прикиньте, музыка играет фоновая, но это не будет нарушение авторских прав. Хочу салатов. Хочу салатов. Сейчас что-нибудь выберу. Греческий красиво смотрится очень. Мало. Если что-нибудь выберу, окрошки, может быть, выберу. И все, и на кассу. Есть хочу просто как сука. Просто как сука. Окрошка всяких видов с курицей. Овощная смесь для окрошки с колбасой. Салат домашний с редисом. А где с мясом? А, вот с говядиной. Вот с говядиной. Конечно, с говядиной лучше всех берут. Здравствуйте. Вот видите, сколько товара невыложенного. Ой, как сложно работать. Смотрите, квас, квас, квас. Тоже палеты невыложенные. Все бегают, как пчелки. Что такое? Почему такая мутная камера? Лучше? Почему я, блядь, ебаный блогер, не протираю камеру перед тем, как начать снимать? Филе лосося. Сейчас что-нибудь возьму. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, плов. Плов, шикарно. Селедка жареная. Селедка жареная. Слушайте. Здесь есть из чего выбрать. Салака жареная, рыба. О, вот это вот как классно выглядит. Обалденно, слушайте, жаркое свинины. Слушайте, я сейчас прям найду, что выбрать. Прям найду. Да, это влог о еде. О еде. Пришла в магазин, да, лишь бы пожрать. Вот прям вот. Знаете, и такое ощущение складывается, что людям всем лишь бы пожрать. Так, я сейчас буду брать все. На все выходные возьму еды, чтобы вообще не париться по этому поводу. Так, что еще? Что-то несет это какое-то. Угу. Вот нормально, спасибо. Не знаю, что еще схвачу. Что еще схвачу? Что-нибудь еще? Пойду салат. Рис какой-то, блядь, слипшийся у плова. Плов надо самим готовить. Вот салака жареная. Блин, мне кажется, как это вкусно. Кажется, это очень обалденно. Мойва подкопченая. Куда она ушла? Идет. О, о. Спасибо большое. Вот смотрю, ну, блядь, здесь картошка есть в салате. Не хочу я с картошкой салат. Салат зазноба. Там колбаса вареная, дешевая. О, господи, что взять? Цезарь с лососем. Так, состав. Салат китайский, семга, сыр тертый, свежие овощи, томаты, черри, майонез, масло подсолнечное, зелень, свежая, лимон. Слушайте, блядь, ну я не хочу салат с картошкой. Вот я картошки вот набрала, она мне зачем? Что, в натуре, блядь, нечего выбрать, а?
А люди же что-то берут. Не подступишься к этому отделу, а выбрать, блядь, нечего. Выбрать реально нечего. Баклажаны люблю. Салат с баклажанами в устричном соусе. Баклажаны люблю. А баклажаны с чем взять? Слушайте. Слушайте, прям вообще. Я что-нибудь еще буду брать? Окрошки возьму. Окрошку, да, возьму с говядиной. Решила не с говядиной брать, решила с курицей взять. Там мне накладывают баклажаны, баклажаны, баклажаны. Вроде бы есть, да, что? И вот и вроде бы одно, что и нечего. С колбасой вареной не вариант. Невкусная колбаса. А смесь для крошки овощная, но это тоже не подходит. С курицей, вот эта с курицей хорошая, с говядиной дорого, блядь. Сама сделаю, сама сделаю. Ага, спасибо. Так, рыбы надо взять какой-то. Слушайте, блядь, ну вот, может этот салат взять? Ну, картошка. А, нет, не могу я. О, боярский. Тут что? Майонез, если картошки нет, то возьму. Ветчина, сыр, отварные. О, пожалуйста, вот этот салат. Картошки нет, слава богу. Вот такой положите. А, примерно грамм 300. Может быть, чуть больше. Ненавижу, блядь, картошку в салатах. Вот этот выглядит вкусно. Такие ингредиенты хорошие. Шампиньоны, грудка отварная, копченая. Картофель все портит. Нахрена это, блядь, надо? Вот это вот, да. Боярский. Того я возьму. Вот, прекрасно. В итоге думала, много наберу. И что вот тебе набрала? А вот это очередь мясной отдел. Все за мясом, все за шашлычками. Все за... О, спасибо большое. Так. А, греческий. Блядь. Мороженое может взять. Греческий, кто там делает-то? Самой можно сделать. Но греческий он вкусный, он обалденный. Мне кажется, нужно взять его тоже. Да. Да, греческого тоже возьму. Угу. Сейчас прям поем его. Но не сейчас. Мне тоже, пожалуйста, греческого. Ну, примерно столько же. Вон девушка берет полянку. Греческого, да. Вкусно. Девка занята. Все заняты. Пятьсот грамм крошки. А, квас надо взять. Кваса, кваса. Там они толкаются все. Народу, народу, господи. Господи ты, боже мой. Все хотят кушать, все абсолютно. Я еще греческий беру. Сейчас они, надеюсь, подойдут ко мне. Что там они вдвоем аж толкаются? Можно вас? Вот этот, положите, пожалуйста, еще. А, на кассах и прилавке покупателю без масок не обслуживают. А, идет. Ну, вот, а, ну, грамм 300, может быть, 400. Ну, я не знаю, может... А, тут меньше? Ну, выкладывайте весь тогда. Да, одна забота, только пожрать. Ну вот реально. А вы не едите? Вот одна забота. Заботушка, я бы даже сказала. Зато я куплю как много всего, и ничего не нужно готовить.
то-то же. Пользуйтесь моим рецептом, пользуйтесь. 185, 158. А скажите, пожалуйста, вот это вот отобьется? Тут цены нет. Отобьется, да? 528 грамм, ну тут без цены вышло. Вот. Весь последний забрала греческий. Отлично просто, отлично. Ах, пожру. Ну-ка, интересно, она мне тут вот маслинку, которая... О, слава богу, не мне бросила ее, слава богу. Все. Можно сказать, что я сытая буду. Так, сейчас еще хлеб и... этот... Хлеб и квас. О, все. 222 рубля. Целая тарелка салата. Ничего нет. Ну вот, все. Жить можно. Всюду народ, всюду товар. Так, квас. Мне нужен квас. А вон там его целые бутылки. В бочке стоят квас. Но я хочу посмотреть наш каменский квас, который в пакетах. Вот я его уже вижу. Это квас? А, молоко ирбитское. Подожди, молоко. Вот в таких же пакетах в пластике квас. А что, кваса-то нет? В пластике-то кваса нет. А, ну, буду брать в этом. Вот целый стенд с квасом. Вот. Живое воображение. Отлично. Отлично. Проходите, пожалуйста. Очередь. Очередь, очередь, очередь. А вот они не хотят разрезать? О, разрезали. О, блядь. Шок, цена в Мегамарте. Фу. Все. Хлебушек. Лепешку узбекскую. Все для себя. Все для себя, мои дорогие. Рыба. А я думаю, я не буду рыбу жарить. Не буду хоть как. Знаете, при любом условии я ее жарить не буду. Ну вот хоть как. Ну-ка посмотрим. Цена огонь, форель, 429 рублей. 429. Вот такая. Но она мороженая. А, кальмар, 199. Такой неприглядный. Кита, 449. Так это селедка какая-то. Это, мне кажется, путасу. Какая кита? Слушай, такая витринка неприглядная. А еще просто какая вонь. Дома жарко, какая вонь будет, когда ты ее будешь жарить. Да ну в пизду. Я за лепешкой, за узбекской. За лепешкой, за узбекской и домой. Меня Вадик ждет, сейчас отведет домой. И домой надо купить воды. Воды нет. Шати. Грузинская лепешка, сырная лепешка. Шати. А скажите, пожалуйста, а вот эти новенькие, да, будут? Япония. Узбекская лепешка мне надо. Узбекская будет через 15 минут. Через 15 минут? Подождать, может быть. Наверное, подождать. Настолько. Сыром есть. Сыром? Да. Сыром горячий. Вот это вот тоже неплохая. Ладно. Тепленько, не буду я ждать. 15 минут. Что говорите? Очень вкусно. Очень вкусно, спасибо большое. Сейчас покажу, откуда был голос. Да, откуда звонит? Вот, вот. Приятного аппетита. Все, я домой. Вадика порвет, если я буду, если я задержусь здесь хоть на минуту. Просто порвет. Он меня ждет у входа. Все. Я домой. Домой. Сначала на кассу в очередь. О, наша каменская газета. Сейчас вам покажу. Меня в такой газете печатали. Без поцелуя до свадьбы. Свердловская область, 105 регион страны. Что, серьезно, есть такие газеты, которые еще выпускают программу телепередач? Реально? Как правильно питаться в жару? Я вам сама расскажу. Вот, набрала. Дома не готовить и себя беречь.
кризис в браке, как пережить, животные в кадре, фэн-шуй на июль. Господи, дай в пизду, блядь. Нет проблем. Вот, вот какие газеты нужно читать. Нет проблем. Вот у меня нет проблем, и здесь нет проблем. Так, нет проблем, пока только очередь. Все. Бегом, бегом, бегом. Вот посмотрите, люди взяли торт и не купили его. Положили его на кассе, сейчас он испортится. Всегда люди такие вообще берут, открывают мороженое, холодильный ларь, открывают и не закрывают его. Сейчас уже на некоторых ларях холодильных пишут: спасибо вам, что вы закрыли холодильный ларь. Ну это невозможно просто. Вот люди вот так вот берут, все открывают и не закрывают. Портится оборудование, портятся продукты. Вот, торт это лежит. А, это ваш торт? Да. Я просто не хочу выдержать. Все. Забираю свои слова насчет безответственности людей. Это мой торт, это мой торт. Ой, блядь, я не могу. Сука, Каменск. Каменск, это Каменск. Все, покупаю все и бегу. Бегу. У меня карты дисконтной нет. Сейчас придется у кого-то попросить. Да, опять в магазине. Опять. Но у нас на Ленинском нет возможности купить готовую еду. Поэтому раз Вадик едет в центр города, причем с возвратами, я говорю: возьми меня. Все, мы заехали по его делам, он там заскочил кое-кому. Сейчас он обратно вернется на работу, я домой. Вот. И пойду сразу же за водой. Не могу просто. Просто не могу. Хочу пить. Хочу много воды. Все.